Ром! Ром! Спасибо всем, кто пришел! Счастливо, Рома! Рома Чикало, он через дальнюю ручку. Я люблю тебя! Заседание по существу отложили. Следующее заседание назначено на 31 октября на 10:00. Он у меня очень красивый. Следующее заседание 31 октября, потому что он не успел ознакомиться с материалами дела, как и адвокат. Поэтому нам дали небольшую отсрочку. Мы поцеловались, немножко обнялись. Сегодня праздник, очень красивый он у меня. Вот. Очень люблю его. Он у меня самый лучший. Много кто смог прийти, слава богу, спасибо им большое. Спасибо вообще всем, кто пришел. Спасибо журналистам, которые сегодня работали на процессе. Он говорил, что он болел, но как-то уже поправился, все ничего, потихонечку. Сказал, что ему нужно передать, а потом меня выгнали из зала суда. За что судят сына моего? Он не виноват ни в чем.